Джек, это Джулия, уже 7 часов. А что ты делаешь? Мне надоело, что ты мне не даешь. Надо наконец-то потрахаться. Нет, ну ты меня напугал. Не хочу тебя здесь и прямо сейчас, тварь, бля, поебемся, пиздец как. Ты никогда так грубо со мной не обращался. Ну и ты мне так не доводила, тварь. Да, вижу, игры кончены. Думаю, моя информация может тебя заинтересовать. Совсем нет. Я думала, ты хотел, чтобы я шпионила за ним. Нет, меня это не интересует. Меня интересует только секс с тобой, я тебя ебать хочу. Нет, не надо, потом. Что ты пиздишь, тварь, давай поебемся, сколько... Нет, ну я сейчас не хочу, я не хочу, чтобы ты меня оскорблял. А мне не нужна такая недотрога, я хочу тебя выебать. У тебя проблемы какие-то, ты хочешь меня трахнуть, да? Я предпочел тебя получить, блядь. Ох, как романтично. Вовсе нет, представь. А ты боишься, тварь, что ты боишься, нахуй? Ладно, закончим с этим, ты права, я не создан для тебя. И куда ты пошел? Твоей сестре, блядь, буду с ней заниматься сексом, блядь, пока ты, тварь, не даешь мне. Ты так думаешь? Поверь, Джулия, я тебе отвечаю, я выебусь у нее в густу, а ты пошла нахуй. Отсюда ты не выйдешь. А вот и посмотрим. Не пытайся меня обмануть. Помнишь, что вышло в прошлый раз? Да я не повторю то же самое, я выебу всех, кроме тебя, тварь. Пошел отсюда, грязный мерзавец.